Задача усложняется. Теперь нас четверо. Вот. Да, вещей стало еще больше. А нам нужно ехать, несмотря ни на что, дальше. Прощение 95-й, наверное. Ну да. В лучшем случае. Ну, короче, мы, блядь, в жопе. В жопе полной вообще. Каков план? Купили сейчас связь. Потому что денег нет на телефоне, роуминг хмельницкий вообще. В принципе, в багажник все влезет. Ну так, все, чуть-чуть совсем. Вот. И... Ну, собственно, непонятно, где сейчас. И у нас по-прежнему очень много сумок. Да. Короче, блядь, мне даже немного стрёмно. Даже не немного, я бы сказал. Капучино ты дай. Дай капучино. Ну да, на 100 грамм. Ну да, на 100. Еще, ничего не понимаю, что они говорят вообще. Да, вот именно это и... Курис, вы сейчас нахуй вены скрою. Дай мне вены скрой тоже, чё, жалко, что ли? Африка. Будь ласка, дай ты не на лекуване. Я не знаю, что это. Я боюсь. Кирилл, мне страшно. Нет. Ну что, зато хоть на мерсах. Все, все круто. Выгрузились из автобуса и загружаем шмотки в более маленький автобус, чтобы ехать дальше. Дороги мои! Дороги! Да, это все видно. Верно? Да. С этим 4, да, вроде? А ты знаешь, сколько ехать дорога? Мы в городе Ровно, и мы на автовокзале, и сейчас думаем, каким же способом нам, блядь, уехать отсюда. У нас есть несколько вариантов. Мы живем на дороге, а потом будем фотографироваться. Сколько лет? Будем фотографироваться. Барсик. Мы, короче, сейчас можем поехать либо на, блядь, баке общественном, блядь, либо на таксо. Ну, таксо нам предлагают за 700, нахуй, гривен, блядь. Дороговато. Ну, это кально. Ладно, все ясно, все понятно, что все хуёв. Потому что она очень часто говорит «это самое». И когда она говорит «это самое», мы говорим «пьем». «Это самое! Это самое!» Стас поднимает вот на той кровати, блядь, покажи ту кровать, какую есть кровать. Не важно, в общем, в принципе, все понятно. Сидит вот такой огромный, сука, жук. Сука, на самом деле, нихуя не видел, что жуков я всяких прочих хуйту боюсь очень дико. Блядь, ужас. Охуенно тепло, так что я, блядь... Так что приходит... Блять, пола еще и в меховой хуй. Да. Приходится врубать фонарь для того, чтобы стало чуть теплее. А город называется Хмельницкий. Да. Хуицкий. Ну почему тут трезвый, блять? До сих пор. Все, не все как-то не так. Да вообще пиздец. Хотя я бы сейчас нахуй начал сосуться. Да, кстати, расскажи, как ты проебался, блядь. У нас сегодня двойной проеб. Я долбоеб.
и мы проебали Пашу. И привет, я Кирилл и... Какая чистая у тебя голова? Мы типа навели марафет, вели себя в порядок. И... мы ждем, когда дверь откроют. Она не открывается. Так вот мы проводим время в Мельницком. На детской площадке. Короче, мы посидели в каком-то кафе в интернете наконец, и сейчас мы приехали походу в самый лучший клуб в мире, да, где мы будем играть. Погоди, и... самый лучший клуб в мире был в Минске. Это ты видео снимаешь? Уфо. Да. В Минске был не клуб, понимаешь, что было? Самое лучшее место для концертов. Меня снимай, ты снимай, я буду ему прическу портить. Да. В идеале очень неплохой дядя, добрый, такой большой. Вот, и, собственно, зашли мы покушать его с галошком. Доброе утро. Ты скрипишь? Да вот, скриплю. Ты пьешь? Блин. Короче, вот уже где-то примерно часов 5 наш новенький гитарист Кирилл боится дойти до Пашка, потому что мы ему сказали, что там просто пиздец. Но он боится туда пойти, но не верит, что там пиздец. И все-таки мы решили, блядь, это проверить. Я думаю, это одни из самых лучших впечатлений будет после того, что мы проебали процессор под названием «Вот мы проебали Пашу», а сейчас будут одни из самых, ну, конечно же, эти впечатления будут все равно, наверное, четвертыми по счету. Человеку маму туда, ты куда-то вылетал. Что же сделали, в этом все испортили. Кстати, такая, что у меня были проблемы с паспортом, меня пустили на белорусскую еще изначально границу. Потому что ты таджик. История такая, что я забыл. Я не забыл. Провел целые сутки в городе Бресте. Потом мне прислали загранпаспорт, и я снова здесь, в городе Хмельницком. Проведя 20 часов в дороге, пока доехал до этого города, я чуть не охуел. Yeah.
Бля. Первый раз убеждаюсь, то, что в Украине отличный люд живут и очень вкусная еда. И реально и надеюсь, что такая же вкусная вода.